Артем, для начала привет. Я вызываю тебя на дуэль. И давай определим, кто из нас лучше бьет и отражает пенальти. Да. Я готов. Пусть победит сильнейший. То есть я. Да. Че, мы как еще формат какой? Готов? Опять бьем? Ты готова? Да, да. Я вижу, что ты готова. Конечно. Я тренировочных решили. Давайте пару, да? Пару тренировочных. Ты мне или я тебе? Я джентльмен, уступаю, ну, начинаю бить. Артем, я не умею бить. Ты меня вызывал. Спокойно. Не, подожди. О! Теперь я, да? Да. Как говорится, играю в воротах, я лучше, чем бью. Кто? Так же можно, нормально? Да, куда еще слабее? Вратарь сборной России, на секундочку, там стоит. Подожди, не знаю, на футбольное поле вышел, девушек нету. Все, давайте начнем, я готов. Где вы их берете, эту клиентуру? Кто начнет, Эльверочка, выбирай. Давай я начну. Как, по пять, да? Пять сразу? Нет, по один. А, один не меняемся, да? Хорошо, начало. Он просто их заколдовал уже. Заобнимал. Сначала просто. Сначала фантастически. Сделай его, пожалуйста. 1-0. Вы кому вызов бросили? Вы бросили кому, непонятно. Зюбочки. Правильно, правильно, Леверочка. Дорогая моя, все хорошо, ну без шансов. Да, зачем? Почему тебе? Магазин. Давай за 4. А вот это за 2? За 3. Так, 2-1, да? Да. Сашка, в одну ногу. Не, ну посильнее, чем Лунёв, да? Что? Пока везёт, Эльверке. Она еще держится. Надо мяч поправить, не знаю, что. Ну, Рот, барба поправь. Меняет, Роберт, меняет. Я вот там яму врыл уже. Ей удобнее так, когда в яме. Да? Закатил меня, я думаю, в яму. 4, да? 4-3? Да. Так, Эльвир, если сейчас не забиваю, что ты проиграла. До свидания, конечно. Ставочка ваша, до свидания. Че, твоя, Ксю? Да не ссы ты, ладно, че-то. Че, поборемся? Она на самом деле зимняя, пойдем. Влипуй. Ладно, а вот давай, закончим все. Как говорится. Ай-яй-яй! По центру, ладно? Куда хотел отходить? Я? Сейчас дрогнул. Я смотрел, брат, куда ты? Снова непобедимый дзю. Знаете, каждый, кто будет меня вызывать, у вас шансов нет. Не надо, не делайте этого. Если вы думаете, что вы умеете бить или стоять в воротах, это ошибочно. Эльвирочка, спасибо, дорогая. Спасибо тебе, что... А шахматы? Что... Ну, у нее только шахматы есть шанс. И мало того, что Эльвирочка проиграла, еще здесь этот журналистишка непонятная. Тоже возьмите, иди сюда. Я тебя тоже люблю. Девочки, не надо вам это. Не надо. Не бросайте вызов лучшим. С победой вас, дорогие мои. Один король. Давай еще раз, давай, может, еще раз сыграем? Давай. Давай, я тебе дам даже чуть-чуть. Шанс? Ну да. Ой, до свидания. Спасибо.
Что, вы уже пошли, что ли? Ой-ой-ой-ой! Я уже понял! Блин, знала, если честно, я уже аккуратно. Вот это на свидание называется. Я же говорила, знала, но, блин, сейчас не поверила. Ой-ой-ой, он тут подсек, блин, все это, все точку вспахал, поднял. Ой, come on! Ну, заказывай. Тед Сейф, ну, ты доволен? Нет, говорит, обидно будет у Лирочки уйти, вообще не, даже мячик ни разу не потрогать, даже не понюхать его. Хотел что-то пачка, но знал, что она останется. Я знал. Я проверила, да, да, нервную систему. Блин, шикарно, вообще просто шикарная нервная система. И снова шлейки рисуются. Come on! Чё? Ну надо ждать. Многие себе давали по доллару каждый раз, когда я это слышу. Сюда хоть буфона притащите. Да он здесь закончит сразу. А так можно, что ли? Это снимает, да, все? Ой, ой, это большие ладки жили. Лучше оставим, оставим, черт с ним. Оставляем. Три, сколько? Сейчас можно, камера уже не работает, все ушли. Вышли! Вот это просто называется психологически съесть. Спасибо, дорогая. Давай, я добью, да, уже? А, или все уже? Да, да, добей. Последний, давай. Одну серию ты мог проиграть? Нет. Нет, зачем? Так и, так и начинается, понимаешь? Одну серию, другую, а я не проигрываю. Давай даже левенький. Давай даже левенький. Левая, как у Ривалдо. Спокойно. 4-1. Ну давай добей, чтобы тебе стыдно было, что ты из 5 только один забил. Договорились. Да, сейчас хоть все девочки из сборной России, вы тут поймете, там, блин, что они суваться. Вот удар на суперкубок. Че, забил, победила? Спокойно. Как я... С 5-1. Верочка, спасибо, дорогая. Еще раз подходим к камере. Ребят, надеюсь, вот после этого у вас вообще нету желания со мной связываться. Один чемпион. Девочки молодцы. Все равно Эльвирочка в очко бросила. Это не засняли. Оля, всем, всем спасибо, всем пока-пока. Не, ну наравне с Лунёвым. Пример. Лунёв тоже мне 1-2 забивает. Не, подожди, Эльвирочка сколько ты забил? 4 в первой серии? Это видишь, я просто меня не селился. Шмехи. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и выигрывайте эти перчатки. Вот эти. С лучшим. Вот эти.